Многие газонокосильщики работают в наушниках, чтобы подавить сильный шум от техники. Но, к сожалению, их иногда ожидает серьезная опасность, особенно если работа по скосу травы проводится около проезжей части. В Ульяновске на Карла Маркса водительница трамвая, находясь в рейсе, сбила рабочего. Он был доставлен в больницу, где скончался. Вину подсудимая в совершении инкриминированного преступления не признала. Показала, что в момент торможения тормозная система трамвая была неисправна, о чем она сообщала своему руководству в том числе. Однако версию женщины в суде опровергло государственное обвинение. По результатам допроса сотрудников Ульяновской электротранса, которые осуществляли выпуск трамвая на линию, а также автотехнической экспертизы, заключили, что тормозная система трамвая была в порядке. Причиной происшествия стало то, что подсудимая нарушила ПДД. По результатам рассмотрения уголовного дела Ленинским районным судом подсудимая была признана виновным в совершении инкриминированного преступления. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Но, учитывая ее характеризующие сведения, была применена статья 73 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть назначенное наказание было постановлено считать условным. Кроме того, ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Не согласившись с решением суда, женщина подала апелляцию. По результатам повторного рассмотрения приговор остался без изменений и вступил в законную силу. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.